Сегодняшнее мероприятие является одним из основных в процессе подготовки танковых экипажей. Подчиненных нам подразделений обязаны показать все свое мастерство и выучку, дабы получить отличные, хорошие результаты. Одной из особенностей именно сегодняшнего мероприятия является то, что последние несколько месяцев проводилась подготовка по обновленной программе с учетом современных локальных войн и конфликтов, что, несомненно, отразилось на подготовке и, как следствие, на результатах на поражении цели. Уже можно увидеться в том, что из усовершенствования в подготовке наших экипажей дают свои плоды, мы находимся на верном пути, потому что экипажи показывают только отличные оценки.